дождь со снегом, Жанна вся закуталась, купила вот этот, я не забыла, как называется, короче, быстренько закрывайся, мокрая, не видно вам, конечно, ну, моросит вот там дождь, ну, он как бы тает тут же на ходу, и тут же идет, даже вот на камеру капает, так что закрываюсь, закругляюсь, вот такая у нас погодка. У нас тут во дворе, смотрите, уже почти набрала цвет, но еще не набрала, еще не скоро. Черемуха. Она, кстати, была у нас мертвая. По-моему, в том году я снимала. А, нет, вон то мертвое деревце так и стоит мертвое. А это вот уже набухло, но не знаю. Сейчас так похолодало. Теперь она, наверное, долго будет зацветать. Вот, дождик то идет, то перестанет. Вот такая погода перед вербным воскресеньем. Я приметы вчера читала, сейчас вам ставлю, подставляю. Доброго предоброго всем денечкам, мои дорогие уважаемые подписчики. Очень вас всех рада приветствовать на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Жанна. Канал Жанна Елка. Большое спасибо всем, кто давно со мной, кто недавно. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Сегодня у нас будет мега закупочка, ну 583 рубля, это может не для всех не мега, но я как бы экономлю и стараюсь уже лишнего ничего не брать. Вот тут тем более девчонки меня порадовали, Юлечка, еще раз тебе спасибо, стоит композиция, радует меня, кроличка еще не покрасила, до сих пор скоро Пасха, хочу на работу взять краску, покрасить дома никогда. В общем, покупки были из магазина Fix Price. Так, вот зубную пасту купила сплат, потом вставочку вам ставлю. Забыла принести 77 рублей, неоднократно ее беру. Ну, в принципе, это не дешево, не дорого, девочки. Там, по-моему, 100 миллилитров. Во всех любых магазинах, дискаунтерах тоже можно купить. Ну, так как у меня заявлена блогер по Fix Price, в основном его смотрят, поэтому я попутно купила. Это как бы нормальная цена, и не дешево, не дорого, нормальная. Дешевле, думаю, не найдешь, ну и дороже тоже смысла нет убрать. Сетевое зарядное устройство купила вот такое. Дочь у меня говорит, у нее вот iPhone, мне, говорит, нужно только оригинальное. Вот надо ей второе купить, а то она сейчас у меня в гостях и на работе не хватает у ней зарядки. Вот она мучается, я ей как секретарь все время говорю, возьми зарядку, не забудь с работы. Хотя оно похоже на мое зарядное устройство, вот от Samsung такое. Я брала как-то в Fix Price, в Галамарте такие, знаете, просто вот такие зарядочки, как квадратненькие, немножко прозрачные. Одна нормально работает, одна тут же сгорела моментально, прям сразу сдулась. Но вот эти вроде по качеству, ничего не знаю, как кто брал, не брал, что-то смотрела отзывы, поискала, ничего ни у кого не нашла. Тут вот все данные указаны, и все так прям цивильно. Раньше такого не было. Раньше были просто они вот так, бумажечки шли, без всяких вот таких бумажек. Сейчас, в принципе, такие бумажки, инструкции даже, все это диодные фонари стали ложить, раньше не ложили. Может, сейчас требуют от них, не знаю. Вот, кстати, о светодиодном фонаре. И вот видите, там тоже вот лежит такая инструкция. Распечатывать не буду. Сейчас вот поближе, внимательнее все почитаете. Этот фонарь, как бы он, получается, трех видов. Получается, его можно подвешивать на крючок. Крючок там с той стороны, с обратной. Можно он вот отсюда светить. И может вот так, как простой фонарь, подальше светить. Купила брату подарок. У него скоро день рождения, ну там еще что-то подарю. Ну и фонарик. Я ему там отдавала свой маленький фонарик. Говорю, ложи, работает то ли нет толком. Говорю, не знаю. Он говорит, мне надо в машину. Но он подзарядное устройство. Подзарядка перестала работать, а фонарик там работал. Ну и смысл там его подзаряжать надо. Тут вот батарейки ставят. Думаю, нужная вещь. Он в машине как бы где-то в своем доме. Может где-то фонарик нужен. Думаю, вот такой приятный сюрприз. Ну и вам как бы для рекламы. Такой хороший фонарик. Вот даже самой можно было где-то в палатку взять. Но у меня, в принципе, он есть. Фонарик уже такой. Я хотела тот подарить, но потом думаю, что дарить буду. Там нету этой штуки-то, который батарейки закрывает. Его надо заматывать. Поэтому я и тот оставила себе для природы. А ему взяла вот такой вот подарить. Все диодные фонари, там всегда большой выбор. Так что обратите внимание, для дома, для дачи очень дешево, очень выгодные покупки. Вот такой купила освежитель воздуха, новый Гардения Пион. Я обычно брала хлопок и еще какой-то апельсин, шоколад как-то брала, но он пропал. И так, средний мне понравился, вот мне с хлопком очень нравился. Еще какой-то, два вида было голубых, нравилось я. И ими сейчас опрыскиваю воду, может быть, если их найду, воздух опрыскиваю. Наливаю туда воды и опрыскиваю воздух, ионизатор вот надо тоже купить. Это, правда, тоже говорят транжиста. 400 мл, я в основном водный. Вот даже фикспрайсовский этот включаю с дозатором от Эйрвика. Все равно немножко химия, немножко начинается чихать нос. Тем более у меня постоянно проблемы с насморком, с носом, задыхаюсь.
Поэтому вот беру водные такие. Конечно, он сильно, если вот какая-то гарь, там, если рыбу жаришь, или что-то там подгорело, или там вот запах бывает, соседи курят, тут вот бывает. Плохо, конечно, перебивает, но все равно перебивает. Тот, конечно, сразу раз брызганул, и вот сразу раз перестает пахнуть. Ну, конечно, иногда пользуюсь тем, пока там в туалет хожу, раз включу его утром, там раз он побрызгает, или вечером, когда что-то готовлю, унесу на кухню, он раз там брызнет, раз, два, три, и я его выключаю. Постоянно у меня не работает, надолго хватает. Ну, вот этот взяла, тоже надолго хватает, давно уже не покупала. Новый аромат, очень понравился, кстати. Думала, будет слишком сладкий. Нет, приятный, ненавязчивый запах. Даже лучше мне хлопка понравился, потому что тот муж тоже приелся мне. В общем, рекомендую. Такие вот дозаторы водные, они не вызывают аллергию. И не такие яркие. У многих вот мужчины, знаю, у многих у девчонок, у блогера плохо переносится. Так, брала вот такие Pasta Collection рожки и брала вот такие луковые кольца. Я их взяла, чтобы мне до 500 рублей как бы ложиться было, потому что с 500 рублей начисляют двойные баллы, 25 баллов, а не двойные баллы, а 5%. А если до 200, например, если бы 400, наверное, 400 рублей бы я купила, мне бы всего начислили, там получается 2% всего. Меньше бы баллов было. Ну и как бы я подгадываю под двойные баллы, до этого ходила там, что-то покупала, сок, сады, придонья, еще какие-то там сока. Тратила баллы. И поэтому вот. И у меня вот получилось, что сейчас двойная покупка. И поэтому у меня получилось, девочки, вот 58 баллов. Так было 26, а так 26 и 26, двойные баллы, 58 получилось. И вот купила 27,50. Луковые колечки стоят 27,50. Вот, баллы я не тратила, начислялась. Нету здесь грамм, сколько, ну тут так их прилично, может я не вижу, девчонки, тут ногами, кстати, бежу, открыла неправильно. Подсела я на этот арахис же, я вам говорила, но арахис слишком соленый, и зубки все равно где-то десна обдирает. Этот такой мягкий, но не такой, конечно, соленый. Иногда охота соленого, стараюсь вечером колбасу не есть, или хлеб с майонезом, огурцы, помидоры, там я, извините, как всегда поболтаю. У меня же, знаете, фикс-прайс блог. Ну что, блоги отдельно я не снимаю, потому что не вижу смысла их, и никто не смотрит, фикс-прайс-то плохо смотрит, но ничего, девочки, прорвемся. У многих так смотрю, у кого-то, конечно, все хорошо, дай бог, все как по-прежнему, чуть-чуть похуже, но все равно идут просмотры. А у многих, как у меня, упали просмотры, даже тысячи не набираются. Так что давайте будем помогать друг другу, выручать. Так, значит, зубная паста 77, сетевое зарядное устройство 99. Вот я хотела это взять на 500, думала, сетевое устройство стоит 55 рублей. У нас в фикс-прайсе даже в одном магазине, вот на Чертогашево нет, а на рынке центра написано. Если нет цены, значит стоит 53 рубля. Но это уже обман, я так поняла, нужно на кассе все узнавать. Ну, когда на кассе спросила, сколько стоит, она говорит, 99, говорю, ладно, пробивайте. А то, думаю, вы мне там трудно посчитать быстро, будет у меня 500, не будет, конечно. Да, если бы я его отняла, 99, у меня получилось 490 рублей бы, да, девочки, у меня бы не начислили двойные баллы, поэтому мне не было смысла его убирать, поэтому я его оставила. Вот. И я как бы кольца брала, чтобы мне добавить до этого. Ну, в общем, неважно. Лишнюю болтовню мою слушать. Так, вот это все я перечислила. Освежитель воздуха 55 рублей. У нас уже практически ничего, девочки, нету. Ни по 53, ни по 51. Редко что. В основном все 55, 99, 77, 199. Так, и вот благо, что у меня одна только покупка была за 199, поэтому у меня поменьше получилось. А если купить вот 4 продукта по 199, уже получается 800 рублей. Цены растут, конечно. Нужно ходить в другие магазины, сравнивать. У вас, наверное, есть. У нас тоже пооткрывались Пятерочка, Магнит где-то вроде, говорят, открылся, но это все где-то далеко, не в центре, и у меня времени как бы нету на это тратить пока. Ну и сильно лишних средств нету. И давно вот такой трам-пам-пам, коврик для пикника, он вот так был. Я его давно уже не смотрю, я вам в покупочках показывала, там гамаки. Это только есть на Чертогашево, девочки, кто из Хакасии, меня некоторые смотрят. Вот эти коврики, они есть по 99, просто тоненькие для пляжные, считаются только для пикника, и гамаки по 199 рублей. А на центральном рынке нету, в четвертом давно не была, девочки, ничего не успеваю. Тут доченька в гостях, тут мы по порядку с ними будем. В общем, я давно такой хотела взять, все порвала в этом. Вот тут вот информация, если кому-то интересно про этот коврик. Так, давно хотела такой коврик взять в Эйвоне, но он там идет, по-моему, без прокладки. Вот такой мешочек, что очень тоже нужно. И вот с такой штучкой, что можно будет затянуть. Видите, очень удобно будет.
И вот так куда-то можно использовать такой шуршащий целлофановый. Коврики обычные, девочки, они идут просто вот, идет вот эта штуковина такая, как рисовая, и идет с обратной стороны, она с двух сторон одинаковая. И она такая пористая. И вот мы на Вьетнаме даже покупали, там такие, знаете, как она, как вот из корзинки плетеной, таких, как из прутиков. Все равно туда песок попадает, и полотенце намокало, все намокало, мне не понравилось. Я взяла не больше, как для стола, может, и для стола, но больше, как для загорания. Положишь, завернешь это коврик, положишь к этой стороне полотенце, и полотенце у тебя не намокнет. Коврик потом стрёс, обтёр, и все, и очень удобно. Ну, может, и для пикника буду их пользоваться. У нас дочь как бы не часто, но стараемся ездить. Ну и главное же, что меня покорило, цвет настроения фламинго. Я, знаете, в последнее время что-то залюбила фламинго. Подтянула меня на нежнятину, на розовятину. Вот, правда, светильник с фламинго захотела теперь белый, так как купила розовый, уже теперь никак не буду пока тратиться, тем более 199 рублей. Девочки, он не влазит в кадр, я потом вам расстелю его на диване и сниму. Вот видите, он даже больше стола, вот такой вот он большой, размер я вам скажу. У него нету никаких ручек, просто он вот так вот сделан, с этой стороны вот такой. И он прям вот как, знаете, как там, вот эта штучка, она как бы как с поролончиком, как бы с таким, знаете, такая белая прокладочная бумага была. Тут беечкой такой, ну беечка, конечно, хэбэшная, не тканевая, может, со временем она блестит. Ну, как бы для природы это не столь важно. Так что вот кому надо, обратите внимание, есть разные расцветки, кто не любит. Если фламинго, есть попроще там расцветочки такие, летние, солнечные. И есть для пикника, они по 99 рублей, они просто идут вот такие тоненькие, как, ну, как вот рисовая бумага, как сумочки вот эти китайские рисовые. Тоже, в принципе, неплохая вещь, там он с ручечками идет удобно. У меня просто такой эйманский есть, поэтому я его не купила. Так, ну вот на этом были мои небольшие покупочки, мои дорогие. Все там, что пообставляю обязательно, может, еще что-то посниму. Пока-пока, до новых встреч, ваша Жанна. Пока-пока-пока-пока!